Вот, посмотрел видос Хованского, немножко сейчас даже включу. Падаль! Я отвечал тебе! Ты решил слить про мои вещества? Я говорю, так это ты сидишь на веществах. Я сидел, а ты прямо сейчас, походу, самый первый, из-за которого мы познакомились. То, что знаешь про меня, за то, что ты сам спизданул братишкину. Короче, у меня появилась идея, да, я сейчас, в общем... У меня мысль появилась, наблюдение, такое интересное наблюдение, друзья, появилось. Может быть, немногие это заметили, но вы знаете, эта зима оказалась довольно трудной для отечественного стриминга. Вы могли подумать, что это не так, но она оказалась действительно довольно трудной. По какой-то причине стримеры начали сходить с ума один за другим. Один за другим стримеры начали сходить с ума. Это, по-моему, трагедия. Сначала продюсер Иванов, потом Стас Айкак Просто, потом Васил, Илда Богов всем составом, а теперь еще и Хованский. Единственное, за что я могу поблагодарить Господа Бога, так это за то, что мое психологическое здоровье не пострадало этой мистической зимой, друзья. Давайте поблагодарим, короче, поблагодарим все священнейшие силы за то, что уберегли меня от этого. Вот что я думаю. Ситуация страшная, ситуация просто невероятно страшная. Реально все начали сходить с ума, и это, конечно, плохо. Кажется, скоро Александр Шадов останется единственным здравомыслящим человеком на всем Ютубе.